Воевать слишком дорого. Армия Великобритании находится далеко не в лучшем состоянии. Военный бюджет пересмотрели в парламентском комитете, и результаты оказались неутешительными. Денег на оборону катастрофически не хватает. И в случае опасности вооруженные силы будут не готовы адекватно реагировать. Светлана Чернецкая из Лондона продолжит. Новое вооружение не по карману. Британская армия может остаться без современных кораблей, подлодок и истребителей. Денег, заложенных в бюджете на новую технику, попросту не хватит. Из-за падения курса фунта на фоне Брекзита траты на переоснащение вооруженных сил только растут. Планы Министерства обороны по закупке нового оборудования проанализировали в парламентском комитете по бюджетному контролю. Депутаты нашли серьезные несоответствия в ценах. Министерство обороны обвиняет в том, что оно сознательно занижает возможные расходы на покупку кораблей, танков и самолетов. То есть покупать их будут по рыночной цене, а в результате получится дефицит государственной сметы. Он может составить от 10 до 20 миллиардов фунтов. Уже сейчас понятно, что военным придется отказаться от покупки американских бомбардировщиков F-35 и патрульных морских самолетов. Более того, министерство уже потратило запасной бюджет. Так что если возникнет неожиданная угроза, дополнительных финансов нет. И в случае военных вызовов международной безопасности Британия не сможет молниеносно на них реагировать. Депутаты ставят под сомнение возможность вооруженных сил эффективно выполнять задачи и советуют пересмотреть систему закупок и в первую очередь указывать реальные цены на военную технику. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».